20 метров над уровнем земли. Посетители парка развлечений в Лондоне застряли на аттракционе. 19 человек, 13 взрослых, 6 детей решили пощекотать себе нервы и прокатиться на карусели. В специальных кабинках людей подняли вверх, но покружиться им уже не удалось. С механизмом карусели что-то случилось, и посетители так и остались висеть на высоте. Чтобы вызволить людей, пришлось задействовать 3 пожарные машины. За спасательной операцией наблюдали другие посетители парка развлечений. Около 4 часов людям пришлось провести на карусели, но пострадавших, к счастью, нет. Все 19 человек в целости и сохранности спустились с аттракциона. Сейчас руководство парка развлечений пытается выяснить причину поломки.